у нас произошло вообще лютое ЧП, которое просто в моей голове несопоставимо со мной, с моим проектом и с людьми, которые в нем работают. Ребята, у нас случилась в этом доме кража. Прям кража, прямо украли, вынесли, вызывали полицию, снимали здесь отпечатки пальцев, опрашивали всех сотрудников. И только благодаря видеокамерам, видеонаблюдению, которое стоит, кстати говоря, на всех наших домах, у нас везде стоят камеры априори, и я даже не считаю это каким-то преимуществом, это просто нормально в это время, чтобы они были. Они стоят 3 копейки и помогают решать большие вопросы.